in control over the rebellious Republic of South Ossetia. Soon after this five-day war, Russia announced its recognition of Abkhazia and South Ossetia as independent and sovereign states. For Georgia, this de facto meant the annexation of part of its territory. Obviously, Georgia will never accept losing one-fifth of its territory, thus creating grounds for yet another military conflict in the south of Europe. During the next few days, we shall talk to Georgians, from high-ranking politicians to people in the streets. Now, 4 months later, we'll try to understand what stood behind this painful conflict. What are today's... Я никогда не был специалистом по горячим точкам. Но когда шеф нашего лондонского бюро задумал серию репортажей о Грузии, я уговорил его отправить меня в эту поездку. Не прошло и 2 дней, как наша съемочная группа стояла у стойки регистрации в аэропорту Хитроу. Ხალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი თვითნავი დაეშვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსია. გემშვიდობებით. ჰომოლის მეტაური და ეგიპანი. Проспект Руставели. Когда-то на этом месте стоял памятник Ленину. Здесь меня принимали пионеры. Вместе с родителями я шагал в праздничной колонии, сжимая в руке маленький красный флажок. А над головой развивались стяги с лозунгами о нерушимости и величии нашей советской страны. Гордость переполняла всех нас. Казалось, так будет всегда. Потом наступили времена перемен. Наша общая родина распалась. На проспекте Руставели появились люди с оружием. Город погрузился в холод и тьму. Потянулись колонны беженцев. Тогда многие покинули Грузию, в том числе и я. Хэйс чудебис кидеверти згабари унда могиквет, маграм манамде гетквит исини мхолод згапречи арсахлобе. Диди хнис ци, соплиос мрдзанебелтан усиамолнеба моухдат, да мицискуеша самепос мрдзанебелеби гахтнен. Чудебс хэнах даавицхдат, маграм адамиянептан уртиертобас дхэмде гаурбиян. Самагиеро дахмаребазе уарс араздрос амбобен. В 200 километрах от нас Чечня, там Ингушетия, там все это. То, что происходит на одном склоне горы, то же самое будет происходить на другом склоне. Так что это все будет детонировать обязательно. Это палестинизация просто региона. Какие-то государства, буферные зоны, наблюдатели. Ради одного или двух политиков разве можно наказывать страну? Я не могу этого не сказать и прошу это сохранить. Я могу быть в оппозиции, я могу, мне это, но это мой президент. Это моя страна. Я обязана это ему говорить, но никто не имеет права мне указывать извне. Россия веками играла в этом регионе мира, на Кавказе в целом, весьма позитивную, стабилизирующую роль. Была гарантом безопасности, сотрудничества и прогресса в этом регионе.
Так было в прошлом, так будет и в будущем. Пусть никто даже не сомневается. Если у кого-то были иллюзии еще некоторое время назад, то с этими иллюзиями пришлось расстаться. Сегодня с 0 часов Россия прекратила возможность... Мне также пришлось расстаться со многими иллюзиями в процессе моей работы. Я не был в Тбилиси больше 10 лет. И в основном информацию о Грузии получал из выпусков новостей. Теперь мне предстояло увидеть все своими глазами. О чем думают эти люди? Как глубока пропасть, разделившая братские в недавнем прошлом народы? Чтобы понять это, я решил представляться российским репортером. Я всего хорошего загадала и загадала, чтобы здесь было все хорошо. Я хочу, чтобы во всем мире было все счастливо и счастье. Я хочу, чтобы был мир. Мы, может быть, к Америке немножко ближе сейчас по политике, но по карте мы не уйдем никуда. Но мы должны быть вместе, я считаю так. По-моему, по-доброму мы друг к другу относимся, и, скорее всего, так и будет. Потому что политика – это не то. Давайте постараемся вернуть вот эти хорошие, добрые отношения, которые были, ну, скажем так, до 90-х годов. Вот как, насколько они были хорошими. Вот если будет вот это все в будущем, ну, если начать с 2009 года, то, я думаю, за 2-3 года мы можем успеть вернуть те хорошие отношения с Россией, какие у нас были. Я хочу мира, только мир. Я не знаю, что еще могу сказать в адрес того, что ведь любили Грузию. Ведь верно? Я вас очень люблю. Счастье и любовь. Эти слова я не раз слышал в эту новогоднюю ночь. Но самым частым, самым искренним было слово «мир». Первый день Нового года особый. В Грузии его называют «Дедобе». Или день судьбы. Считается, как его проведешь, так и сложится у тебя год. Организовать запись официальных интервью 1 января мне не удалось. Тогда я созвонился со старым другом, Александром Чхейдзе. Он вместе с внучкой Тамрико собирался в театр. Я напросился с ними. Оказалось, что русский театр Грибоедова до сих пор собирает здесь полные залы. В Тбилиси всегда было сложно понять, где кончается театр и начинается жизнь. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! С Новым годом! Александр Сергеевич Пушкин. Oh, that's cool.
после спектакля я познакомился с актерами. Пришло 31 число. В стране ходила такое, я не знаю, на уровне слуха, то ли на уровне сплетен, ходила такая версия, что Россия собирается как бы на Новый год, да. Вот параллель проводились, Чечня, как и народ как бы неделю ходил очень в шоке. Да. Такой, знаете, да. Нас поздравят также. Наш поздравят также. Новым годом будет офигительный фейерверк. После этих событий боялись начинать работать, потому что мы не знали, как отнесется население к... Тем более к русской такой сказке. Да, да, и к русской сказке, и к тому, что театр начал работать. А когда на Тбилиси бросили, это вообще был шок. А вот ребята там рядом жили. Рядом с нашим домом, да, ночью взорвалась бомба два раза под утро, где-то к 5 утра. Тбилиси бомбили всего 2 раза. Немцы во время Великой Отечественной. И вот теперь русские. В течение многих лет шла такая подготовка психологическая, особенно после того, как Путин пришел к власти, что Грузия это враг, что это самая такая страшная страна. Потом мы были на 2-м месте между США и Китаем, потом мы стали на 2-м месте между США, значит, и Эстонией. А сейчас вообще вошли на 1-е место. 76% считают опрошенных в России, что Грузия номер 1 враг. Самая враждебная страна. 2-е место Соединенные Штаты. Россия наш северный сосед, который сегодня оккупировала 1/5 часть территории Грузии. У меня много друзей в России. Были. А куда они сплыли? Ни одного письма из России я не получал в поддержку вот того, что здесь произошло. Ни единого. Почему? Значит, количество раненых и погибших исчисляется тысячами. В Южной Осетии началась война. После массированного артобстрела Грузия начала штурм Цхинвали. Грузинские военнослужащие добивают раненых российских миротворцев и местных жителей на захваченных постах. Цхинвали оценивают численность погибших в 1000 человек. Есть сообщение об этнической чистке. Это слова министра. Появились сообщения об этнических чистках в селах Южной Осетии. Right now I can state that Georgia is in full regime of self-defense against full-blown, unfounded and totally legitimate aggression from the Russian Federation. This country from falling into civil... Неужели пути России и Грузии разошлись навсегда? Орел романтики был всегда присущ Кавказу. Русские тянулись в Тифлис. Кто за чинами?